решили мы с Марсиком пройти по саду, не спеша посмотреть, что у нас тут есть. А я понаблюдать за Марсиком. Почему-то он все время куда-то приглядывается, что-то принюхивается. Такое ощущение, что он что-то нашел, а мне хочет сказать. А я такой глупенький вот хозяин, не понимаю. Марсик, что ты здесь нашел? Вот такое ощущение, что он что-то знает. Постоянно фыркает, постоянно куда-то смотрит. Дима, привет. Привет. Ну говори, где плюшки? Плюшки, пойдем. Марсик, пошли посмотрим на плюшки. Пойдем. Вот он, видишь, все время что-то ищет, останавливается, нюхает. У них же нюх-то у собак очень развитый. Платанчик. Видишь, какое же дерево. Пойдем. А это катальпа. Вот он, постоянно, глянь, что-то он там, Марсик, что там такое, Марсюнчик, вот надо будет понаблюдать, что ты там нашел, вот залез, нет, Марсик, Марсик, он даже на меня не реагирует, выходи, выходи давай, что там? Там ничего нету. Нет, есть что-то. Иди за мной. Пойдем. Дима, ну что ж ты зеленые груши? Какие зеленые? Тут не зеленые. Уже не зеленые? Это тоже вкусно. Мама, покажи. Какие. Да еще им висеть надо. Ну-ка дай. Ты чего, они деревянные? Ну, ну что на вкус? Подпиши. Нормально. Это сорт такой, как яблоки. Да не, ну, любая груша, она вызревает. Сорт такой. Яблочки вот эти еще попробовать надо. Марсюнчик, ты пробовал эти яблочки? Тут везде у нас все. Вокруг яблочки, груши. Так, пойдем смотреть плюшки. Иди сюда. Вот они, плюшки. Вот они. Вот такие вот персики поздние. Ну, ты достанешь? Угу. Сейчас. Ну, угу. Давай. Давай. Попробуй вот эту достань. Не, просто я попробую. Как она? Твердая или мягкая? Тебе что тут? И вот до той достанешь. Ну-ка, как? Ну, нормально вроде. Ну, попробуй, сорви и съешь. Если трудно рвется, да, лестницы не надо. Дим, ну что, вкусно? Да, можно еще чуть-чуть. Ну, пусть чуть-чуть еще. Пошли дальше. Марсик. Подходит время уже запуска тебе на Марс. Вот с этого места будешь стартовать. Ну что, обошли? Это малый сад у нас тут. Здесь эти привитые растения маленькие. Как это называется? Не декоративные, а. Ну, Дима, напомни мне быстренько. Колерованные. Ну, в общем, короче, ну, привитые, да и все. Карликовые, во. Ну, правда, не для тебя. Карликовые. Ты на них сверху смотришь. Марсик, ну что, идем? Держи грушу. Держи. Марсюнчик, пошли. Пойдем. Пойдем еще виноград проверим. Скоро гости с Ярославля приезжают. Винограда. Как раз покушает. Вот он какой. Ну ты маленький показываешь.
Ну, какой тут разный. И вот тут 10 сортов, весь разный. Вот, вот она кисть какая, представляете? Вот эта кисть килограмма 3 будет, наверное. А вот она, кисть. Вот они. И все разные. Это маленькая кисточка. Это двойная. Ну, виноград в этом году уродил. Смотри, какой. Красавчик. И вот тоже. Пошли. Опять что-то нюхает. Опять что-то ищет. Что ты тут? Клад, что ли, нашел? Ну, соединились. Опять подкус. Постоянно что-то ищет, ищет. Надо будет проверить. Морсенчик. Ну, понятно. Это ты клад уже закладываешь. Ну что, вот ты меня заставил задуматься. Надо будет взять лопату, перчатки и поковыряться. Где ты там нюхаешь и что ты там нюхаешь. Хожу по посаду, любуюсь. Вон как кувшиночка. И Марсюнчик со мной любуется. Вон беленькая кувшинка, а это красненькая. Красиво. Ну я иду к теплице. Так, вы идете со мной? Марсен, идем к теплице. Надо сходить, посмотреть. Что там? Быстрей. Быстрее, у меня сейчас 5 минут времени. И надо бежать на работу. Быстрей. Давай, давай, давай. Так. Серега обрезает тут что-то. Что, ты проходы освобождаешь, да? Да пусть. Ну, вообще-то. А так идешь, релакс, знаешь, по ней. Идешь, они тебе по лицу так. Раз, раз, раз. Спину ей. Ну, ладно. Так, где вы? Где вы? Пошли быстрее к теплице. Марсик. Марсик. Быстрее. Пошли. Опять они к этому кусту, глянь. Серега, что за дела? Вот как не иду, постоянно они тут что-то нюхают, глянь. Они отсюда не отходят. Вот уже пятый раз я это замечаю. Что здесь? Что здесь вам, медом намазано или что? Что вы все время... Глянь, вот все время, или там кто-то живет, или что там, что-то может быть. Почему все время и Жорик, и Марсик, вот, именно вот к этому кусту? Ну-ка, держи, снимай. Я сейчас проверю. Что ты тут? Что здесь? Что здесь у вас? Тут ничего нету. Что ты все время ходишь сюда? Марсик. Что тут, ежик живет или что? А? Что здесь? Ничего, пакет какой-то. О, отойди. Отойди. Сиди тут. Это что? О, не понял. Автодор, платные дороги. Что это такое? Это ты чего нюхаешь? О, ого. Ого. Армянский коньяк. Серега, видал? Это вы чего нюхали? Тут, наверное, пробка пропускает. А, точно. Вот запах коньяка. И они все время сюда ходили. Все время. Вот я же заметил, что они... А знаешь что? А откуда это? Кто это спрятал? Мы сюда давно не ходили. Это я, знаешь что? Это я когда в запое был, спрятал. Я тогда 2 бутылки водки спрятал, бутылку коньяка и бутылку сухого вина. Где-то я спрятал. Вот и забыл.
и забыла, где-то что-то еще есть. В общем, ты приглядывайся, где они будут к кустам принюхиваться. Еще будет две бутылки водки и бутылка сухого вина. Понял? Обязательно мы найдем. А это в честь приезда с города Тулы отметим вот армянским коньяком. Так что, видите как, даже не знаю как. Уважаемые подписчики, я сейчас не пью, и Серега не пьет. Приезжайте, но, вот этот. А у них нос сработал после первого похмелья, видать, самая интуиция появилась. Появилась. Значит, подписчики, кто из вас употребляет коньячок, пожалуйста, приезжайте. Алексей Граус, приезжай. Артем, приезжай. Остальные мужики, приезжайте. Берите баб с собой, приезжайте, будем бухать. Закуска у нас есть полно. И персики есть, и еще хочешь есть. И капуста есть, и огурцы есть, и помидоры, и яблоки, и груши. В общем, я жду вас. До встречи. По скриптум. Ну, если уж пошла такая масть, нашелся коньячок. Тут у меня подозрение, что Марсик еще, он стоит, одно место надыбал, где я припрятал запасы горючего. Пойдем-ка поищем, что мы, одна, не то, не сё, как говорится, ни там, ни там. Марсёнчик, Марсёнчик, ну-ка пошли искать. Марсик, пошли, ну-ка, где, показывай, какие кусты тебя интересуют. Я знаю, что там еще две бутылки водки закапаны. И бутылка сухого вина. Пойдем. Пойдем, поможешь мне. Нюхай, нюхай, давай. Выводи на след. Выводи, выводи. Где? Где ты? Ну-ка. Марсенчик. Ты не меня нюхай, ты кусты давай нюхай. Что ты меня? Во мне ничего нету. О, ну-ка. Вот тут. Ну тут щебень, тут не может быть. О, Марсик, ищи. Ищи, Марсик. Давай. Марсенчик. Ну, где ты там? А, во. Ну что, нашел? О, бля, ковыряет. Марсик. Бля, ничего себе. Серега! Сереж! Да. Подойди-ка. Глянь, что-то тут. Где ты? Ага. Здесь. Слушай, а ну-ка снимай. На меня. Марсик. Вот тут он что-то нашел. Че, еще где-то? Где-то ковырялся. Подходи ближе, что-то есть. Бля. А, вот это я наховал. Вот это я. Вот это напрятал. Бля. Марсик, да ты умничка, иди сюда. Иди. А что ж тут? Вино, наверное. Ух ты. О. Столичное. Мужики, ну, не знаю. Саня Лям. Кто там еще из мужиков? Да и женщины. Приезжайте, я ж один не осилю. Марсенчик. Ну ты умничка. Глянь. Что, еще что ли тут? Тут я не мог закопать. Серега, наверное, будем до ночи искать. Еще одна бутылка водки осталась. И бутылка сухого вина. Коньяк мы уже нашли. Еще осталось вот такая. Я точно помню, что две бутылки водки я. Марсика, глянь, глянь, смотри какой. Снимай. Марсюнчик, да ты моя радость. Да ты умничка. А, Сереж, глянь, как он внимательно смотрит. Марсик, кладоискатель. Давай нас сними вместе. С Марсюнчиком мы. Во. Александр Док, Марсик и Марсик-кладоискатель. Ну что ты, хочешь, не терпится выпить ему быстрее? Сейчас, подожди-ка. Ну, в общем, подписчики, приезжайте. Выпить есть, закусить найдем. Еще раз. В общем, пока вы приедете, я еще найду бутылку водки и бутылку вина.